Принять участие в этом мероприятии сможет далеко не каждый. В городском парке соберутся молодые мамы для того, чтобы организовать необычный флешмоб. Каждой участнице акции предстоит ответить на вопрос, почему я кормлю ребенка грудью. Вот такие листовки раздадут всем желающим. Кстати, принять участие в обсуждении могут не только участницы флешмоба. Еще несколько сот лет назад обладатели вот такой вот посуды могли услышать от своих гостей: у вас превосходный вкус, и вы поклонник английских традиций. Керамика, которая представлена в Радищевском музее, действительно уникальна. Все это посуда фирмы Веджвота. Он одновременно был художником, изобретателем и предпринимателем. Когда нашли предметы, которые были выполнены римлянами, то есть они настолько понравились людям, что они захотели, конечно, увидеть что, нечто подобное у себя дома. И Джозая Веджвуд, он очень быстро сориентировался вот на эти интересы и стал производить именно, ну, как сказать, не хочется говорить посуду, потому что для меня это как бы предметы искусства, именно как раз которые удовлетворяли желаниям тогдашней вот публики. Не забываем и о спортивных мероприятиях. Даже несмотря на жару, в выходные без шарфа не обойдемся, тем более, если он раскрашен в цвета любимой команды. В рамках первенства футбольной национальной лиги клуб «Сокол» принимает команду «Тосно». Кстати, болельщики смогут не только поддержать своих любимчиков, но и выйти на поле стадиона «Локомотив» в перерыве, как обычно, конкурс пенальти. Поклонников рока, да и просто хорошей музыки порадуют в эти выходные тоже. В Саратове выступит группа «Чайф», а параллельно в Волгограде в это же самое время сыграют «Би-2». Посмотреть оба концерта вживую смогут пришедшие сюда на Театральную площадь. Необходимое оборудование уже монтируют. Кстати, билет на концерт покупать не нужно. Он состоится бесплатно. 25 августа саратовскому «Мегафону» исполняется 17 лет. И мы очень рады, что в преддверии этой даты у нас есть возможность сделать жителям города Саратова высокотехнологичный музыкальный подарок. И мы уверены в том, что задача телеком-технологий – помогать людям быть ближе друг к другу, делиться эмоциями в каждый момент, когда это по-настоящему важно. И, кстати, если вы планируете попасть 6 августа в центр города, то будьте внимательны. Из-за концерта «Чайф» движение транспорта и автомобилей будет изменено. Счастливых вам выходных!